9 мая вход на Волгоградский стадион был бесплатным. Дело оставалось за малым. Ротору следовало победить. Уже на 15-й минуте Веретенников задал темп. В 95-м, работая корреспондентом, руководитель программы «Футбольный клуб» Дмитрий Федоров начинал отчет о матче «Ротор-Жемчужина» с весьма амбициозной фразы «Ротору следовало победить». Ну а как иначе, ветераны войны в первых рядах не простили бы команде иного результата. «Ротор» отшлифовал «Жемчужину» с тщательностью ювелира 7-0. Хет-триками запомнились Веретенников и Нидергаус. Арсен Найденов, тогдашний главный тренер «Жемчужины», вспоминая эпизод с четвертым голом, так и ничего и не понял. А во втором тайме просто судья сыграл. Он удалил не по делу игрока, не по делу дал пенальти. Он просто сделал свое грязное дело вместе с этим инспектором приблотненным, который толкает Колосков. Они из одного жулика делают другого.